Мужики, всем привет! Ну, видосик, да? По резине зашел, я смотрю. Вот. Накачал. Вот она, не знаю, на камеру не передается, но она такая вся шишками какая-то вот здесь вот. Между. 1,5 атмосферы. В общем, попросили меня там разрезать ее, посмотреть, что там как-то с этими самыми. С кордой, да? Ну, вот здесь вот. Видно, что ее жевало, и вот она уже тут отслоилась, эта корда. Ну, сколько жил, не знаю, но визуально вижу, вот, наверное, один ряд, просто они лежит, да, корда, сеткой, будем так говорить. Скорее всего, одна так, другая вот так. Вот, 4, а, не, не 4, 6 жил проволоки. По краям вот здесь идут по краям, распиливал ножовкой по металлу, вот здесь жилы распилил, остальное разрезал ножом, вообще не напрягаясь. Вот, никакого металла вот тут абсолютно нет. Так, по надписям что пишут, я не знаю, читайте, кому интересно. Вот. Ну, здесь кусок вот так я отрезал. Якобы 280 килопаскаль максимальное давление. Так. У нас вот есть манометр такой. Вот здесь внизу вот 1 бар. Это 100 килопаскаль. Если я правильно понял, 280 это... 2 бара, 2,8 бара, да? Если я правильно понял. Так что вот такая вот китайская резина. Вот она вся на трещинах. Впрочем, как и новая. Так, поехал, купил 2 колеса. Но уже, ребята, где тут хорошо видно, вот. Якобы русская. Вот такие продавали. Кому интересно, вот, читайте. Также 4208 моделька. Это модель L365. Вот. Долго я тут искал. Где же тут максимальное давление? Нашел я все-таки. Нашел, где это все написано. Написано это вот здесь, на вот этом значке. Очень даже разборчиво можно прочитать. Наверное, сослепу и не увидишь. То есть 2,5 бара максимум написано. И восклицательный знак. А это вот рисунок самой покрышки. Это их логотип. Вот, как-то так. В общем, тоже сюда накачал 1,5 атмосферы. Но это вот действительно хоть похоже на резину, мужики, я не знаю. Ну, она и пахнет резиной, эта покрышка. Вот, ну, те, кто знают, те знают. Вот, не такая вот токсично вонючая, как вот эта. Немножко отличается тут протектор. Он такой более мелкий, нежели эта покрышка. Вот здесь как-то оно, здесь все по-простому, но он его более часто. Можно было и не ставить, конечно, елку, а взять обычную покрышку, да, такие, как на тачках стоят. Но я что-то захотел именно вот такую потестить. Она чуть-чуть выше, я вам скажу. Буквально, тут я не знаю, ну, может быть, на сантим-полтора выше, чем вот это. Хотя... обозначения те же самые. Вот, как-то так. Ну, это вот действительно какой-то кусок пластмассы. Она даже не резина, а. Не пойми, что. Если вот это вот тянется, и она просто так не оторвется. Нет. Волосяшки такие вот. Короче, потестим. Попробуем
вот эту, но уже это будет стоять на новой балке. Вот эту на волговских ступицах я ее уберу. А так пускай. Сколько она проходит еще? Тут грузится спереди. Сами видели по прошлым видосам, сколько грузится и как часто. Отсевы, земля, плитку я ложил. Здесь тоже и нагружал ее полную. Там капец, надо было взвесить, конечно. Ну, буду возить плиточку, перевозить. Завезу ковшик и веса есть. Взвешу, сколько он берет вот сюда. Так, чисто ради интереса. Ну, это уже в следующих видосах. Так что, мужики, как-то так. Я бы ее, конечно, прозрезал бы. Но у меня нет спонсоров портить такую дорогостоящую резину. Короче, покрышка 1200, где-то тут написано было, вышла она 1200, и камера 450 рублей. Вот такой вот ценник. Это без диска. Диск сейчас не знаю сколько стоит, но раньше стоил 300 рублей. Как-то так.